Привет, друзья и любители непоседы зимней активности. Ну, раз вы меня снова видите в этой моей ярко-желтой куртке, значит, я опять куда-то отправляюсь. Пока еще слышен шум машин, автотранспорта и прочего. Город остался там чуть-чуть позади. Сейчас мы попадем с вами в более-менее тихую обстановку. И я расскажу, для чего я сегодня выбрался на одну из вылазок. В общем, сегодняшняя цель прогулки – это тестирование снова, очередной раз уже, скитур снаряжения, но в определенных условиях. Сейчас скажу, в каких. Вот зараза, остановился рядом там с частными домами. Не пустили через шлагбаум, чтобы я прошел и вышел к месту старта. Поэтому приходится карабкаться вот сквозь такие сугробы, которые навалили у нас за два дня по шею. Итак, вернемся к тестированию. Как я уже сказал, да? Вы видите, у меня опять фонарик на голове, потому что еще довольно не светло на улице. Лучше встречу рассвет где-то на маршруте. В начале февраля я собираюсь отправиться в один из интересных походов. Это будет или западная часть предгорья Хибин, или же Кандалакские леса вместе с его сопками. В общем, что-то одно из двух. А для этого мне необходимо понять, какое мне надо с собой брать лыжное снаряжение. Либо лыжи для лыжных походов, либо вот эти лыжи для скитура. Ну, как известно, скитур снаряжение подразумевает под собой пластиковые ботинки, поэтому мне я выбрал сегодняшнюю свою прогулку в районе озера Чайка и озера Рогозера. Можно наблюдать, что это самое что ни на есть равнинная территория, поэтому мне нужно понять для себя, насколько долго я смогу передвигаться в скитур снаряжении по равнине, так как мой маршрут в Хибинах или в Кандалакских лесах будет пролегать как на равнинных местах, так и на горах. Так, прежде чем отправиться в путь, надо нам, мне точнее, выставить, на всякий случай, свой маршрут выстроить. Выберу-ка я. Так, тут есть ходьба, поход, скалолазание, лыжи. Лыжи сюда сейчас не пойдут, а пойдет поход. Выбираем, ищем спутник. Спутники ищутся, пока находятся, сейчас найдутся. Ну, может, многие могут посмеяться. Что ты там все в этих своих фильмах, что-то все испытываешь, что-то все там тестируешь. Ну, на самом деле, я довольно серьезно подхожу к этим вопросам, потому что, отправляясь в поход, не хотелось бы стать кому-то обузой, другим товарищем. Ну и чтобы не случилось никаких казусов, естественно, в походе. Я какую вижу проблему в скитур снаряжения отправляться в поход? Это, конечно же, пластиковые ботинки. Одно дело надеть их и подниматься куда-то в какую-то гору, а потом спускаться. А другое дело наматывать кучу километров по равнине. Поэтому все время провожу какие-то испытания. Ну ладно, вперед, поехали. Ну, пока я буду идти, я думаю, буду снимать для зрителей какую-то природу окружающую. Ну и заодно что-нибудь подготовлю из рассказов о том, где я нахожусь и что можно здесь увидеть достопримечательного. Итак, начало маршрута положено. Первые мои буквально метров 300-400 пролегают по озеру Чайка.
Ну, название у него такое не случайно, потому что если взглянуть, допустим, на Google карты или Яндекс карты, набрав в поиске озеро Чайка-Мурманск, то сразу будет видно, что это озеро действительно напоминает чайку, плывущую по воде. Ну, если честно, скрывать не стану. Я люблю бродить по таким местам, которые окутаны какой-то мистикой, тайной. Ну вот, и есть у меня такая слабость. Ну, озеро Чайка относится тоже, можно сказать, к таким местам. Дело в том, что еще в далеком 2017 году мне однажды попалась газета «Вечерний Мурманск», в которой корреспондент общался с нашей местной мурманской какой-то ясновидящей или белым магом, как она себя называет. И вот, что она рассказала ему. По словам ведуньи, она знает тайну мурманского озера Чайка, вокруг которого происходит множество загадочных аварий и дорожно-транспортных происшествий. Напомним, что после строительства восточной объездной дороги у озера Чайка стали происходить многочисленные аварии. В один из дней было зарегистрировано сразу 5 аварий. По словам ясновидящей, в озере Чайка огромное скопление негативной энергии. Она связывает это с тем, что на дне озера находится объект внеземного происхождения. Возможно, метеорит. По словам ведуньи, проверить ее видение на практике может только команда водолазов, которая в полном объеме обследует дно озера. Ну вот, так не спеша я подобрался к озеру Рогозеро. Значит, озеро находится в северо-восточной части Мурманска. Площадь водной поверхности его 1,5 километра. Длина озера 2 километра, ширина 1 километр. Расположена на высоте 115 метров над уровнем моря. Из озера берет начало Ивановский ручей. Озеро является частью системы водохранилищ, созданных для водоснабжения Мурманска. Вот так тихой лыжной поступью, пробираясь сквозь такие проталины, я добрался до Ивановского ручья. Значит, он берет свое начало из озера, подхожу я к дамбе. Кстати, дамба или плотина, неважно как это назвать ее, были в 2019 году некие баталии по этому поводу. Сейчас вкратце скажу, что именно было. От местных активных жителей стало поступать много жалоб о том, что плотина на Рогозере разрушается уже на протяжении нескольких лет. И с каждым годом вот эти вот все бетонные плиты вокруг озера постоянно под потоком воды рушатся. Но дело в том, что, как ответила МЧС на эти жалобы, что ну, даже если плотина и разрушится, то никаких катаклизм не последует. Ну вот так, полюбовавшись плотиной, я немножечко стал переоборудовать свое лыжное снаряжение. В частности, стал наклеивать на скользящую поверхность лыжи камус. Дело в том, что маршрут, который дальнейший я себе запланировал, он пролегает не с небольшими подъемами в сопочке, спусками, поэтому мне было бы проще будет кататься и спускаться и передвигаться на камусах. Вот тоже спускался с горочки, и так краем взгляда раскинулось что-то, думаю, чье-то здесь пребывание было неизвестное. Думаю, неужели там кто-нибудь, зверь какой-то дикий. И вот от этого пребывания идут следы. И вот здесь они возле этой веточки заканчиваются. Что ты? Куда ты исчезла, животное? О, а вот, видимо, лиса охотилась за этими нашими куропатками. Сейчас я тоже ехал, и вспорхнули в небо. Сейчас покажу следы их отличительные.
Вот они, такого интересного плана. Они на задницах ползают по снегу и крыльями помогают себе. Поэтому на снегу остаются такие красивые разводы от крыльев. Ну что, поход продолжается. Я двигаюсь, все двигаюсь. Значит, что я решил сделать? До дамбы я дошел. И теперь я хочу обойти Рогозеро вокруг его водохранилища, так скажем. И уже вернуться к месту старта. Двигаться я буду не по самому озеру, потому что это все-таки опасно, а я любитель техники безопасности. Поэтому буду двигаться в лесной зоне, ну, в зоне видимости озера, рядом с его берегом. Теперь я нахожусь с другой стороны дамбы, откуда она, ручей этот вытекает из озера Рогозеро. Сейчас найду место, где ее обойти, и отправлюсь дальше. Ну, а прежде чем отправиться дальше, я для начала все-таки подкреплюсь. Остановился возле ручья, как раз под шумок текущей воды можно попить чай. Лыжи лучше не снимать. В зоне, где черт знает сколько снега, лучше передвигаться на них. Очень удобно, не проваливаешься. Как только снимешь лыжи, сразу брык по колено в снег. Кстати, хочу сказать, что я не чай пью, а делаю себе такой витаминный напиток. В термос я с вечера завариваю хорошую горсть кураги, изюма и брусники. Все это за ночь настаивается, и потом в течение похода просто лупасишь с огромным удовольствием. Итак, друзья, для чего вот я включал, показывал вам свои часы с GPS? Для того, чтобы теперь мне возвращаться назад было удобно, я хоть примерно ориентируюсь, куда я иду, и благодаря трекбеку я могу вернуться назад. Не раз вы уже на моих видео могли наблюдать вот такие красивейшие ледопады, но этот, скажу, не особо красивый, потому что вода замерзшая какого-то такого ржавого цвета, бывает и поярче, но все равно просто видим сам объем, мощь замерзших этих глыб льда. Видимо, в какое-то летнее, весеннее время здесь стекает сопки ручей и к зиме потихоньку замерзает и превращается вот в такие невероятные красивые ледопады. Пересекая Рогозеро, немножко взял ближе к берегу, и вот здесь такие интересные скалы, как разрезанный, распиленный на три ровные части. Мистика. Что-то. Прям супер такие ровные прорези, как будто кто-то их пилил. Какие-нибудь гиперборейцы что-то строили. По берегам вдоль озера сплошные ледопады. Один лучше другого, красивее точнее. Вот еще один очень большой. Видимо, в летний период здесь хороший ручей стекает с горы, сопки. Вот впереди на сопке еще один разлом можно видеть. Раскол скалы. Ровненькая, как выпиленная. Итак, на сегодняшний день мини-поход закончен. Рогозеро осталось позади меня. Пройдено порядка 8 километров. И сейчас выдвигаюсь к озеру Чайка. Кто-то еще сзади там бродит тоже на лыжах. В общем, выводы по скитур снаряжению и передвижению на нем по равнинным местностям. В
вполне достойно прошло тест. В общем, беру в поход не двое пар лыж, как я думал, а беру одни для скитур-снаряжения. Передвигаться на них вполне мне комфортно. Ничто нигде не давит, не жмет. Ботинки теплые. Поэтому зачем таскать две пары лыж, когда можно справиться одной. Ну а на этом сегодняшний фильм заканчивается. Вставайте, друзья, на лыжи. Присоединяйтесь ко мне, если кто желает. Всего хорошего. До новых встреч.